think the girls with their nails done now. Всем здорово, ребят. Ну что, у нас сегодня продолжается наш трэш. Сейчас, секунду. А то планшет сядет. Не смогу нормально дальше дротить. Вот за пределы, плюс попробуем сегодня с вами на немочке собрать дополнительно часть обликов, которых, к сожалению, на других серваках просто тупо нет. Так, что тут у меня сменка? Так, у меня живо на смене. Блин, римки ни одной так и нету. Ну что за подстава? Ни одной тупо. Отлично. 300 самов на халяву. Это мы с бесплатки поменяли. Давайте коробку откроем. Бех. Бех у нас получился. Ну, плюс 300 самов. Это радует. Места не хватает. Ну, просто. Это просто какая-то дичь вечная. Вот смотрите. 160 тысяч самоцветов с обменника, да? Нафига проходить битву гильдии? Нафига проходить атаку фортов? Если реально отсюда я имею там, ну, за обмены тех же самых кгшек намного больше. Ну, логика, я не знаю, давным-давно пора менять призы в этих локациях. Локации были раньше когда-то интересные, но после того, как они убили героями, все, это одно, и плюхи того уже тоже не стоят. То есть локация просто убитая нафиг. Так, что у нас по плюшкам? 176. Какие нам лучше поменять? Так, ПБшка. Сердцеедка. Ой, тут скин на Феникса, на Космо, на землеройку дополнительно. Это будем однозначно забирать четвертые, новые сундучки. Так, что у нас по плюхам? По плюхам у нас нифига нету. Бомжуем. Мы, в принципе, и так неплохо затарились последние разы. Поехали, короче, сразу же. Вот сюда. Ставим одним героем. Как обычно, трешуем. Посмотрим. Посмотрим, как у нас сегодня пойдет. Пойдет, не пойдет, не знаю. Я надеюсь, что мы сейчас затащим три лавела по фасту. Ну, Огник — это просто небо и земля, не знаю. Фрея по-своему хороша на русском сервере, я показывал уже. Но Огник мне здесь больше заходит даже, чем Фрея. Может, из-за того, что он донатный, собран без доната. Так, против Фрейн мы не будем лезть. Но смотрите, уже вторые эволюции, блин. Это из-за того, что я немножко поднял силу. Это просто писец. Но я надеюсь, мы это сможем затащить все. Без проблем. Анубис с недомоганием, нифига себе. Это что-то новое. Сейчас мы по фасту фарманем. Так, опять Фрея. Махатма ворожей. Блин, тут 16 тысяч сила пачки. А пофиг, нападаем на эту. Как-то странно показывает силу, вот честно скажу. 16 тысяч, там 14. И там герои, как по мне, поярче, чем эти. Так, тихо-тихо-тихо, ша. Видите, Фрейка с авиаром. Это очень опасно, потому что он может кинуть молчанку в ненужный момент. И Фрейка может нас тупо шатануть. Ну, я думаю, первая эволюция Фрея здесь нас не ушатает. Но все может быть. А вот у меня Огник собран. Многие спрашивают, какая сборка, какая сборка. Огненка плюс ИСО. Максимальный деф плюс недомогание для того, чтобы не хилились герои. Все. Либо можно там поставить этот талант, который тоже режет 5 героев. Ну, тоже как вариант, вместо СУ можно поставить. Так, пролетаем всех по фасту. Ну, первый и второй этаж у нас, как видите, фармится без проблем. Все-таки практически 30-й прорыв. С
Кстати, надо будет поставить его на пропуска, что я туплю. Там же, по-моему, за пропуска качается. Как экспо ему идет. Без книг можно будет фармить постепенно. Нафига книги тратить? Все равно пропуска сливаю. Проверим эту тему. Сейчас пробежим Бериком. Ну, что надо еще для бездоната? Вот реально. Зафармим Мэри, будем фармить там остальных уже Некроса. Я не помню, сколько там у меня осколков. Так, так, так. Тихоша. Прея, Ворожей, Феникс. Это опасно. Это опасно, если Фен сейчас включится. Но Фен у нас не выжил. Так, Фрейка со смертушкой и с психощитом. Я не знаю, вот откуда они берут эти сборки героев, но они реально каждый раз разные. От чего это зависит, вообще непонятно. Такое ощущение, что где-то либо героев просто у кого-то копируют, каких-то игроков, ну я не знаю. Просто названия меняют. Ну очень странно. Блин, сколько там у нее жизни? Что за фигня? Конечно, сюда вот мне не хватает. Было бы здесь еще карты. Было бы очень круто словить барда, либо божество. Божество мне бы здесь очень помогло на этом аккаунте. Огник плюс божество было бы намного проще и быстрее. Мы бы не сидели по 40 секунд, вот это вот не били эту дичь. Еще потом смертушку, блин, ждать. Пока она сдохнет. Что нельзя сделать? Нету героя, смертушка улетела нафиг. Толку от нее вообще никакого. Просто тупо затягивание времени. Ну, первый этаж, как видите, изи. Так, а ну-ка я сейчас хочу проверить эту тему. Нам надо, кстати, еще скин будет на него получить. Я коплю сейчас самоцветы, надо будет на дерево 1020 накопить. Так, 49049 у нас вот так вот. Книги у меня есть, но книги я пока не трачу. Сейчас заодно добьем немножко. Ну, вроде так, что я так тестировал раньше. Так, опять не туда зашел. Да, видите, ну, таким вот. Ну, опять же, посмотрите, сколько надо будет пропускать. Так, 267 миллионов, ребят, 267 миллионов. Ну, в принципе, я здесь вот так вот бегаю. Бывает, там мелкие эти левела пропускают, тут хоть какая-то экспо. Ну, о чем это экспо, это ни о чем. Надо, кстати, будет зафармить кошмарки, но я просто здесь так бэриком прохожу сейчас. Сливаю карты, чтобы быстрее получить эти яйца и постараться зафармить здесь. 195, отлично. Попробуем, пооткрываем, посмотрим, повезет нам или нет. Так, идем на следующий этаж, второй этаж. Ну, не знаю, приятно вот огникам, намного приятнее фармить, нежели Фрей. Фрея по-своему, конечно, хороша, но с огниками я как-то более уверенно себя чувствую. И встречаю уже огников, хотя силы у меня даже столько нету. Очень странно. Ну, хорошо, что нету хотя бы вторых эволюций. На сардельке там, блин, вторых эволюций намного больше. Так, малышник. Идем по легкому пути. Таким образом, мне где-то надо будет еще, я не знаю сколько, дофига времени. Если я буду по три этажа зафармивать, то, в принципе, еще месяца два. Ну, в принципе, здесь есть и фонтаны еще на немке. Там тоже Мэри, бывает, дают.
Красавчик. Не зря я в него влил все ресурсы. Теперь наша цель дальше дойти до кошмарок. Ну, в принципе, с таким огником, я думаю, не проблема будет. Надо будет еще питомцев доделать немножко, попрокачивать. И должны затащить без проблем. Ну, второй этаж, как видите, зафармился у нас тоже очень изи. Так, единственное, у нас тут появилась проблемка. У нас появилась Фрея. И Фрея у нас с летающим кроликом. Блин, посмотрите, сколько там у нее жизни. Вот я не знаю, какие тут усиления стоят. У меня не особо много силы. У меня не особо прокачанных. Я не взял 10 героев. Но тут такие усиления, у меня такое ощущение, как в этом, как в лабиринте. Там свыше 10 этажа начинается просто по нарастающей. Вот сколько у нее жизни, что сюда можно было такого поставить? Понятно, что это моб, там он усиленный, все дела. Но все равно, нафига таких вот делать героев? Сделайте так, чтобы нормально могли все... Ну, балансировки реально в этой локации нет. Там донаты, либо те, кто раскачал силу, там 300-400к, 500к, им уже сложно проходить эту локацию. Я у себя на лямах там плюс, 2 ляма плюс, тоже сложно проходить. Пипец. Целую минуту убивается одна Фрея. Если бы она была с отхилом, я бы не знаю, я бы, наверное, ее одним огником не ушатал. Скорее всего. Хотя могут попасться и Ронина тоже. На Ронина очень опасно попадать, потому что Ронина огником сложно будет снести. Да, любым героем. Все прекрасно знают, какие здесь ронины. Вот, наверное, стоит опасаться. Ну, в таком случае, на моем аккаунте больше ронина, нежели Фрею. Фрею ты хотя бы видишь, по ронину ты не будешь попадать. И в большинстве случаев там, опять же, сборки стоят с отхилами. Просто нереально. А здесь героев у меня таких, которые через инвиз бьют, нету. Ну, в любом случае... Затащим. Ну, то есть без проблем. Я думаю, я больше уже снимать видосы по запределью не буду. Нету смысла. Я уже второй раз прохожу. То есть здесь изи фарм идет. Я силу пока бустить не буду. Нету смысла никакого. Зафармится герой, тогда можно будет немножко ее уже поднимать. Пока раскачивать особо тоже не хочется. Так, начался у нас трэш уже, начинается посерьезнее. Ну, вот такие вот, реально, такие герои радуют, когда они попадаются. А еще больше радуют, когда они тебя сливают. Вот, то, о чем я говорил, ребят. Ну, хух, слава богу, ушатали. Я уже думал, все, короче. Там Ронин реально с отхилом был. Но, слава богу, он слабенькой пачки попался. То есть, не особо прокачанный, нам повезло. Так, не будем мы вас бить. Мы идем по упрощенному пути. Ну вот 10 минут где-то в среднем теряется на эту локацию. В принципе, это терпимо. Это не 4 часа в этом лабиринте и ни одного осколка. Ой-ой-ой, это опасно, кстати. Молчанка, это было опасно. Так, изи просто. Вот такой фарм меня радует. Блин, вообще, я вообще, честно говоря, еще до сих пор в шоке, что у меня здесь огник 30-го прорыва. Настолько все проще стало, вы даже себе не представляете. Еще осталось вытащить зефира, и все, и можно удалять аккаунт. Считайте, миссия пройдена. Ha ha.
Не, ребята, не все так просто еще. Еще у нас остался огник, но мы просто на изи это все разобрали, по сути. В конце все-таки нам дали хоть и первую эволюцию огника. Так, давайте тащите. Итак, огник против огника. Не, ну там огник хорошо заряженный. Мне его сейчас будет реально сложно. Вот меня в данном случае сейчас спасает недомогание. Ай-яй-яй-яй-яй, чуть-чуть нам не хватило. Ну, посмотрите, у него точности нету вообще. Он в большинстве случаев миссает, хотя у меня герой вообще не заточен на уклоны. Ну, тут, наверное, скорее всего из-за того, что бонусация идет из-за прорыва. Так, нормально, недомогание вовремя сработало. Сейчас бы неплохо, чтобы оно еще раз сработало. А мой падла не включился. В принципе, неплохо. Посмотрите на отхил, какой там отхил идет. Блять. Сделано, конечно, называется для людей. Плюс, я не знаю, сколько там, явно не 3 ляма. На повторе будет видно, там лямов 30, наверное. Судя по тому, что мой бьет миллионами, то там 30 лямов отхил. Ну, на фул, в принципе, то есть. 30 миллионов, нормально, а чё нет? А почему нет? Что? Не понял. Это чё за фигня? Это типа уже проигрыш засчитывают? Это как? Я что-то проспал, походу. Это какой-то неждан, что ли? Что это было, блядь? 1.5 минуты, и мне типа проигрыш засчитали? Бля, надо это перемотать будет самому посмотреть. Аж интересно стало. Чё за бред? Давайте еще раз посмотрим. Может, они что-то и здесь уже начудили. Я сомневаюсь, что он меня ушатал прям. Не, все-таки ушатал. Блять, ору. Просто ору. Без комментариев, ребят. Побежали. Побежали просто. Заберем плюхи. Так, у меня там еще 4 надо, да? Или 5. 5 яиц. Я думаю, мы сейчас их вытащим. Все, есть. Добиваем. Просто трэш лютый. Так, забрали мы очередную порцию скинов. Места сейчас, как обычно, мне не хватит. Сейчас я пооткрываю эти нубоплюхи, смесы и прочих локаций. Ну, это просто, ну, не знаю, это дичь полная. Это называется, знаете, в конце не ждал. Называется, собрал пол мэри и не ждал. Так, а чё я их продаю? Блин, где моя ремка? Когда у меня здесь будет ремка? Так, смотрим, что у нас по скинам. Может, что-то сейчас вытащим новое. Да, на Феникса что-то маловато нападало. Но что-то мы собрали. О май гад, самый жесткий скин собрали, ребят, на Трифида. Ну, хоть даже так, все равно, в принципе, плюс. Так, ну я какашки тратить не буду. Блин, просто писец. Я, честно говоря, в шоке. Сейчас попробую еще раз напасть. Но это жесть. Это дичайшая редкость. Это называется, когда смотр просто тупо унижает.
чисто попадаем под смотр. Блин, посмотрите, по 3 ляма хилит. Да ты что, ребятушки, мы это сделали. Мы это сделали. Ну, хоть так. Изи просто. Так, итого. Итого 94. Ну, половинка почти. В общем, вот так вот. Пишите комменты, ставьте лайки. Всем удачи. Всем пока.